Добро пожаловать на мой канал, и нам есть что обсудить сегодня. Разводы, пиявки, куртизанки, соски, которые хотят присосаться и отобрать деньги и получить свою минуту славы. Итак, опять общественность взбудоражили новости о разводах и любовных интригах двух донжуанов – Джигарханяна и Петросяна. Какие разные, какие похожие две ситуации разворачиваются вокруг двух мною лично глубоко уважаемых артиста, и насколько разные они в своей сути. Давайте разберем вместе. История любви Евгения Петросяна и Елены Степаненко, вылилось это все уже наружу и обсуждается не первый месяц. Их бракоразводный процесс для общества был как гром среди ясного неба. И вот опять выходит передача, где обсуждается раздел имущества между ними. Его и ее многомиллиардное состояние, 7-15 квартир и так далее. И все это опять мусолится в студиях на центральных телеканалах и всеми обсуждается. Сразу хочу сказать, что я бы не хотел затрагивать здесь материальную сторону, сколько Петросян заработал, сколько у него квартир. Они обеспеченные люди, они это заслужили и могут иметь не один миллиард, и можно за них только порадоваться. Как говорится, слава богу, есть что делить. Как всегда, люди начинают обсуждать, правильно ли, что Евгений Ваганович разводится с Еленой Степаненкой, или неправильно, что это такое, седина в бороду, бес в ребро, ну и все в подобном ключе. Мой личный взгляд, мое личное мнение на происходящее вокруг этой бывшей семейной пары, бывших супругов. Вы знаете, насколько общеизвестно, они, во-первых, уже давно не состоят в отношениях, уже порядка 10 лет. И его роман с нынешней, так сказать, фавориткой Еленой Брахуновой, в принципе, в узких кругах ни для кого не был новостью. Но, естественно, когда появляется такая молодая девушка, а Елене, нынешней его фаворитке, 31 год, Евгению Вагановичу 72 года. Естественно, это вызывает бурю общественных мнений, разговоров, пересудов и осуждений. А знаете почему? Потому что если бы они были ровесниками, этого бы никого не волновало. А так как идет речь о неком возрастном мезальянсе, всегда людей, всегда нас это очень волнует и затрагивает. Как же так? Такая разница в возрасте. Какая может быть любовь? Невозможно, говорят многие. Я поднял некую информацию о данной персоне, о Елене Брахуновой. И вы знаете, я хочу сказать, что в данном случае эта девочка не с улицы, это не пиявка, которая появилась из ниоткуда и присосалась к великому Петросяну. Нет, это человек, который не один год был директором и Петросяна, и Елены Степаненко, организовывал им гастроли. Она попала в театр после университета, была сначала его ассистенткой, потом стала руководить, уже руководящей, занимать позиции, на данный момент является директором. Что касается данного развода, ни в одной передаче не говорится о причине расставания. Никто это не обсуждает, что случилось. Но явно это вопрос не стоит в том ключе, что Петросян изменил Степаненко, нашел молодуху и ушел к ней. Нет. 10 лет, либо даже больше, люди уже совместно не проживали, а жили каждой своей отдельной жизнью и встречались только на сцене.
Поэтому говорить здесь о том, что девчонка появилась и увела мужика из семьи, не приходится. Как мне кажется, здесь ситуация немножечко другая. Такой брак долгий, ведь все-таки с Еленой Степаненко Петросян прожил не одно десятилетие. Совместное творчество своего рода накладывает отпечаток. И, возможно, люди уже просто устали, потому что выступать вместе на сцене, возвращаться вместе домой, в конце концов, наверное, за 30 с лишним лет, если даже не больше, можно друг от друга действительно уже устать. И вы знаете, больше всего меня удивляют моралисты, которые считают, как это так, что Петросян нашел себе какую-то там женщину, девушку. А почему нет? Если человек живет один, что Петросян уже не может ни с кем больше жить, тем более есть со своей супругой, они вместе все решили и совместно уже не проживали. Мне кажется, это абсолютно нормальная ситуация. И то, что будоражит, это лишь разница в возрасте. То, что вызывает бурю эмоций у людей, что происходит дележка имущества. Вот Степаненко такая плохая. Почему же она плохая? Люди прожили вместе в браке, вместе зарабатывали данные блага. Естественно, она имеет полное право на половину всего того, что им принадлежало совместно. И гораздо была бы ужаснее ситуация, если бы мы с вами в новостях слышали другое. Что Петросян все отобрал у Степаненко и оставил ее с голой жопой на снегу. Но, слава богу, такого не происходит. Можно говорить о том, что «а для чего нужен был вообще развод?» Вы знаете, такие мысли возникают и у меня. В принципе, люди уже прожили вместе. Они решили расстаться, но чтобы не заваривать всю кашу с дележкой имущества, для чего развод, когда можно жить в разных квартирах? Допустим, у Евгения Вагановича есть Татьяна, и никаких проблем это, наверное, бы не вызывало и вопросов ни у кого. Для чего поднимать всю эту шумиху? И вы знаете, о чем я подумал? А может быть, действительно, как ходят слухи с самого начала, как эта история стала публичной, что Татьяна беременна. Потом, как известно, она уже не беременна в течение там больше года. Но все-таки, действительно, а вдруг она хочет родить ребенка от Евгения Петросяна? И вы знаете, я считаю, это было бы просто замечательно, если родится еще один маленький Петросян и талантливый человек. А что касается Елены Степаненко, то за нее, в принципе, можно только порадоваться. Она также известная артистка. И, в принципе, у нее прекрасные взаимоотношения и с дочерью Евгения Петросяна, которую она фактически воспитала. И говорить здесь о каком-то крупном раздоре в семье, какой-то войне, все-таки, наверное, не приходится. И люди сумели сохранить такие человеческие какие-то уважительные взаимоотношения внутри своей семьи. А то, что как выкладывается это на публичное обсуждение и преподносится, ну прям можно подумать, что там война, война, война. Вот такой у меня на это взгляд. Поэтому я могу только порадоваться за Евгения Вагановича и я думаю, что Елена Степаненко не останется также обделенной вниманием, и, возможно, нас ждут какие-то передачи и с ее участием достаточно интересные. И более того, я думаю, что будет еще и какой-то дуэт, их совместный выступление, возможно, они восстановят, так сказать, этот творческий тандем, который, к сожалению, на данный момент распался.
И вот тогда люди попрут с еще большим интересом. Я лично не могу сказать, что я являюсь каким-то огромным поклонником творчества, «Кривое зеркало» и так далее, но как-то раз я был в театре эстрады на выступлении Петросяна и Степаненко порядка 10 лет назад. Ну, на тот момент как-то это было забавно, но хочу сказать, зал был битком, и действительно люди встают, стоя аплодируют, и крошке было некуда упасть, как был забит зал. Армен Джигарханян и его летучая мышь Виталина Цымбалюк-Романовская. Кстати, такая фамилия очень интересная. Меня одного она немножечко удивляет. Хочется, когда произносишь это, говорить «герцогиня Виталина Цымбалюк-Романовская». Ну уж очень как-то пафосно это все выглядит со стороны. Ну что, вот у нее развод, у него развод, у Петросяна развод. И насколько это две разные ситуации. Армен Борисович, глубоко мною также уважаемый артист, как и всей страной, да и в мире, составляющий золотой фонд кино и театра, попал, извините, в такое говно. Просто прикоснулся, и смердит оно до сих пор. Напомню, кто не помнит или забыл, он развелся со своей супругой, с которой также прожил не одно десятилетие. Супруга находилась последние годы в Америке. И тут, как мне видится, на горизонте появилась наша любимая Виталина. Она дала интервью на канале НТВ, которое назвала «Моя правда». Это все выглядело очень пафосно. Погасили свет, она попросила всех выйти. И начала такую раскаяние беседу вести, в которой умудрилась рассказать о том, что когда она встретила Армен Борисовича, то она увидела глубоко одинокого, заброшенного человека, которому приносили покушать в театр, в банках еду. То есть у людей, которые не особо, может быть, представляют театральный мир и что такое Джигарханян, кто это такой, может сложиться впечатление, что действительно это был какой-то старик, голодный, заброшенный, грязный, неухоженный и так далее. В таком контексте велась ее беседа, что создает такое впечатление. Значит, так, Армен Борисович, какие банки с какой едой? Он мог себе и может позволить питаться в любом ресторане, если дома ему никто не готовил, так как он жил один. Заказывать себе любую еду и в конце концов говорить о том, что человек питался из баночек, ему что-то приносили, но это просто смешно. Насколько человек хочет преподнести себя, что она спасительница. Но, как кажется мне, ситуация выглядела немножечко иначе. Да, его супруга уехала жить в Америку. Я не знаю, по слухам говорят, что они планировали, возможно, жить там вместе. Армен Борисович планировал приезжать, уезжать, что он, собственно, какое-то время и делал, но потом он все-таки обосновался уже, так сказать, в Москве и перестал туда летать. Супруга, видимо, приняла решение находиться все-таки там. Что с ее стороны и было это именно отправной точкой. Потому что никакого брака на расстоянии существовать, естественно, не может. И тут на горизонте появляется девочка,
которая рассказывает о том, что она с детства смотрела на портреты Джигарханяна и мечтала о знакомстве с ним. Я допускаю, что могут быть свои кумиры у людей, восторгаться. Но ты появилась, и человек уже все-таки был в определенном, достаточно зрелом возрасте, где говорить о некой любви и об отсутствии корысти, мне кажется, абсолютно не приходится. Вот представьте на минуточку, что мужчина гений, у которого в голове все время проекты, спектакли, театр, артистическая труппа, и вдруг появляется девушка, достаточно молодая, которая окружила тебя вниманием, которая ходит вокруг тебя с подносом, предлагает свои, так сказать, услуги, заботу о тебе. И мне кажется, здесь любой человек, вне зависимости от возраста, любой мужчина, он просто дрогнет и, естественно, польстится на это. Но, собственно говоря, что мы и увидели. И Виталина добилась своего и переехала из своего города в Москву, вселилась в квартиру и, короче, начала с ним жить, так сказать, и обслуживать его супер all-inclusive, я уверен. И в театре она уже начала занимать руководящие позиции, бренчать на своем там рояле, пианино. Она, как говорит сама о себе, что она великая пианистка, но у меня нет оснований в это верить. Более того, ни одного концерта, ничего это, никакая широкая общественность не видит. И сейчас мы видим только заявление самого Джигарханяна о том, что она даже играть фактически не умеет. Но здесь главное что? Чем отличает, так сказать, порядочную девушку от такой хищницы, пиявки, присоски? Она сделала все для того, чтобы Джигарханян развелся со своей первой супругой. Она их развела, она окружила его такой любовью, которая просто душит. Она стала руководить в театре. Вот это, кстати, была ошибка Армен Борисовича, то, что он допустил ее до руководства. И когда показывали эти все передачи, все эти сплетни, показывался театр и как она себя ведет в этом театре, было видно, что человек просто ходит, такой, знаете, местный царек, которого все боятся, театр дрожал. Это было видно по всем. Она более того стала уже выбирать спектакли, которые должны быть показаны, подбирать артистов, которые должны играть. Не сам Джигарханян, а она уже возомнила себя великой, так сказать, великим деятелем искусства. И доходило уже до того, это кадры в этих передачах есть, и сам Армен Борисович об этом говорил, что она просто закрывала на ключ и ставила спектакль, который она считала нужным. Чего ожидала эта Виталина со своим куриным мозгом? Что это все так и будет продолжаться только потому, что ты гладишь вещи и их стираешь, и готовишь некую стряпню? И что Армен Борисович это будет все кушать? Ну нет, ты не с тем столкнулась. Мне кажется, что когда дело дошло уже до такого, когда человек возомнил о себе что-то и покусился уже на творчество, не просто стал, так сказать, обслуживающим персоналом, помощником по хозяйству, довести, привезти, купить продукты и
так сказать, все бытовые вопросы решать. А когда ты уже возомнила о себе, что ты можешь что-то из себя представлять как творческая единица, и тем более решать, каким спектаклем идти, а каким нет, вот здесь, слава богу, у Армен Борисовича мозги встали на место, и глаза раскрылись, и он понял, какая пиявка находится рядом с ним. И, естественно, он погнал ее поганой метлой отовсюду. Но что можно сказать по этому поводу? Опять же, насколько глубоко порядочный человек, который не хочет возиться ни с чем. И Виталина не осталась на улице, она продолжает проживать в квартире, которую купил Армен Борисович. Он ее оттуда не выгоняет. И, в принципе, она продолжает пользоваться популярностью, которую она приобрела, находясь рядом с этим великим артистом. Больше всего меня возмутило, когда она сидела и, так сказать, в пренебрежительной какой-то форме. Именно пренебрежительно это выглядело, когда она его стала называть «мой Джигочка». Джига. Все это выглядело, вы знаете, в этом нету никакого, не было достоинства, а это выглядело абсолютно все пошло. И я извиняюсь, но это просто слова дешевки были. Все это выглядело очень дешево, мерзко и неприятно. Вот, от данного персонажа. И как и всякий мелкий человек, она продолжает какие-то дешевые пошлые подкольчики в адрес бывшей супруги Армен Борисовича, с которой, надо сказать, они сейчас проживают вместе и помирились, и слава богу, как говорится, люди, они уже не молодые, они прожили огромную вместе жизнь, и сейчас они снова вместе, и все это стало недоразумением. Но то, что позволяет себе Виталина в своих интервью подкалывать данную супругу Армен Борисовича, первую жену, и вот эти вот уничижительные такие вот обращения. Зачем это вываливать на публику, если это даже и было? Это было ваше личное. А показывать в этом и есть твоя нескромность и твоя дешевизна, что, естественно, очевидно абсолютно всем. Ну вот такой у меня взгляд на данные события, на данных людей, на данные два развода и такие разные ситуации. Я немножечко постарался быть более деликатным из огромного уважения к данным артистам и постарался сдерживать себя немного в выражениях. Поделитесь со мной мнением, что вы думаете, ваш взгляд на данные разводы, что происходит. Спасибо, что смотрели, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи, пока!